я охотник на привидения, нежить и на все эти штучки. Я из что уже записался, только я начальный сотрудник. Я уже на миссии. Так, идем. Не могу сейчас найти этот хоть одного призрака, потому что, ну, ничего не видно. Так, может мне на другую миссию пойти? Это какая-то невезучая. Так, может попытаться. Надо проверить, сколько процентов призраков и гарантии на призраков. ФМРчик. То есть МФРчик. Самый хороший. Что-то 90% так и было. И что-то оно так осталось. И почему? Нет, все выключу лампочку. Это призраков отгонил, а за фотки призраков мне это денежки дают. И классно то, что мне денежки дают. А что, легкое зарабатывание денег. Ты проходи уже в школе такое. Так, надо попытаться узнать из куклы духов. Дух, выходи. Да, я шучу. Я шучу, какие духи выходи. У меня другие тут обряды есть. Так. Фантазманурс, мене, френи, феникс, демон, ты покинь его тело и оставь быть. Все, прочитал молитвы. Так, какие-то тяжелые молитвы сегодня. Мне не дали. То есть мне дал мой напарник. Спиритбокс? Точно? Да. Тут нужен спиритбокс. Так, пообщаюсь с духом. Я ее не выключал. Ой. Простите. Зачем громкие звуки? Так. Кто это? Ой, на мою камеру пришло сообщение. Засекатель пока что ничего не засек. Левел призрака неизвестен. Или я не понял, для чего эта штучка тогда. Спиритбокс не поставлен. А сейчас, то есть я не активирован. Так. О, все получается. Надо пойти в машину. Ловушка у призрака. Ну, то есть прожектор я потом поставлю. Надо идти, идемте. Надо проверить левел призрака или его опасность. 80. Он уже есть. Появился. Так. Кстати, призрак становится опаснее, если левел уменьшается. А все думали то, что наоборот. Наверное. Все, я сюда все ловушки поставлю. Если этот призрак и шел, сработали мой изучатель частиц. То есть изучатель электрополя. Вроде бы так. Так. Если я поговорю, вроде бы. Вина, там, надеюсь, ничего ему плохого не говорю. Он ответил. Как он? Как он ответил? Я лучше рядом тут побольше ловушек поставлю.
видеокамеру, только пока что не включенную. И это. И книгу. Надеюсь, это не демон. А, мне же уже говорили это. Есть демон. Мне это говорил дедушка. Дедушка Виталий. Ну или как-то его зовут. Дедушка какой-то, не помню просто. Все оборудование я поставил. Надо еще принять электрочастицы. Пока что электрочастица на нуле. Везде не работает. Так что это за монстр такой? Если что, бегу в эту комнату. Тут темно. Вы, наверное, не увидите. Расставил повсюду свет. Надеюсь, с помощью заклинаний я смог его изгнать из этой куклы. Если он, конечно, в ней был. Но это хорошо, если бы я его изгнал бы. Не, демонов просто изгнать не получится. Я сейчас заберу тут свечку. Там напарника позову на работу. Это чтоб я демона видел, если бы. Опа, есть. Стоп. Кажется, я видел какие-то электрочастицы. Мне надо бы закрывать везде двери, кроме выхода. На выходе должна быть две двери открытая, то есть для. Я одну оставлю. Я подумаю, что это призраки, а не я. Так. Пока что не нашел тут никаких электрочастиц. Пока что ни одной электрочастицы. Я надо все-таки приехать в фургоне. Что это за призрак? Пока что не гнал. Босс стал 80. А, да. Я так делал. Надо быть потише в этом доме. Да я могу разозлить призрака, и призрак меня-то того. Призраки реально сильные, ну и демоны. Пойдем на диванчик. Ау, больно. Диван не твердый. Надо лучше уже поустрее найти демона и сфоткать его. Я получу кучу деньжат. Куча. Реально куча. Это призрак. Призрак. Это призрак. Это призрак? Мне такого в книгу не сообщали. Или это не призрак? Это не может быть спирит бокс, что он просто делает холд и... Не, это может быть. Потому что... Он излучает холод и спавнит призрака. Теперь дос прожектор не... Мне надо, чтобы это было установлено рядом с куклами. И это сработает. Вот. Дос прожектор. И спирит бокс. Это... Так, спирит бокс, это может быть что?
А, вот это спиритбокс, это пообщаться с духами, чтобы духи на меня не злились. Так, погодите-ка. Надо поискать этих призраков. А где могут быть эти призраки? А, так. Они могут быть, наверное, в туалете. Ну, а что? Ну, призраки ведь тоже ходят в туалет, наверное. Кто знает? Кто знает? Не, я лучше не буду играть на пианине. Что за звуки? А? Я надеюсь, вы слышите или нет. Так, что там мне надо было еще сделать? Так, спиритбокс, дос прожекторс, спиритбокс. Я тогда еще с ним пообщаюсь. Вроде бы пообщаюсь. Получается недавно, сейчас будет спиритбокс, дос прожекторс. Стоп, что-то резко начал хватать. И начал утепляться. Какая-то аномальная. И холты. Все еще. Не может быть. То, что призрак. Все еще тут. Мне надо попытаться изгнать. Надо тогда посмотреть рядом с куклой, вдруг она что-то напишет. Моя книга. Пиши. Пиши давай. Страницу ты. Ну, что писать взял. Сначала я думал, что это... О, Дос Прожектос. Я не поставил Дос Про... Спиритбокса справилась. Это надо подтвердить, что это левел 5. Вот железо говорит, что это, наверное, 5-й левел, но не разбирается сам в этом. Ну, откуда он знает даже, что это за кнопочка? А, это звонок, вроде бы. Это кто уже закрыл двери. Кто уже ход остановится. Левел 5. Спиритбокс. Все ненормально. Холод. Холод вообще смотреть. Нет, 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 нет. Но только даже вот это. Спиритбокс не работает. Это, наверное, демон 5-го левела. Ой, что-то будет. Не, демон 5-го левела, их невозможно убрать. Это не может быть Г 5-го левела. Это тоже будет трудно. Много. Или П может быть. Ну, полтергейст, это не очень так опасно. Ну, демон, он прям может навредить. Он прям материальный. Так, куклу я случайно скинул. Давай, ссылайся, кукла. Ты мне еще как свидетель пригодишься, чтоб ты не ожила. Здесь ты не оживешь. Надеюсь. Надеюсь. Я как-то страшно. Уже остановлю Dots Projectors. Glosk Sticks. Я не проверю Glosk Sticks. И работает. Что-то реально неизвестно. Так. Надо тут прыгать. Вдруг тут хоть фильтрана энергия. Тут есть хоть какая-то уже запарывание. Это призрака нет. Чего призрака нет?
Не, я не верю, то что это может быть призрак опаснее Г2, ну Г3, может, не Г4, это максимальный практически уровень призрака. Г5 это уже невозможно. Но это очень трудно, это, конечно, возможно. Я не очень разбираюсь в этих Г2, Г5, короче, в этих циферках и буквах. Но я ее пока что не всем проверю. Что не хватает? Что не хватает? Спирит бокс, я сейчас с ним опять поговорю. Интервью с призраком. Интервью с призраком неудачное. Но я сначала думал, что вот это прослушка, а вот это, ты слышишь от нее звуки. Если слышишь какую-то штуку, которая скажет, то это уже призрак. Я не знаю, что может быть на этой. Тут, короче, я все закрываю и ухожу с этой миссией. Просто скажи, то, что у меня не получается. Еще с лампочкой проблем, я скажу. Выключили свет. Не люблю свою работу. Лазить по дому. Я вообще сам боюсь призраков. Ну, я взрослый, да. Мне 26 лет. И ты боишься призраков? Ну да, это же жутко. Они бегают по твоему дому. Так их страшно. Все, едем, шеф, да. Ну ладно, давайте поедем. Это был призрак. Вот почему я его не видел. Я не исправил спирит бокс. Не проверил его левом, но должен был. Мне еще иначе сейчас как эту миссию взять. Давайте эту. Поехали, шеф. Да, едем. Давай, едем. Новая миссия. Надеюсь, это не полтергейст. Полтергейстов, как и призраков, трудно изгнать. Надеюсь, это реально не будет полтергейст. То я не люблю полтергейстов. Это, знаете, там такие вот, надо бегать за этим полтергейстом. И это жутко. А там вроде бы дедушка, я не помню, говорил или нет. А, нет, говорит, что его сегодня не будет. И говорит, что будет. Он что-то говорил. Не помню, что он говорил. Так, тут есть комнатка со стиральными машинками. Главное, что призраки не отключали электричество. Но я это пойму с помощью ультрафиолетовой лампы. А, поняли, призраки. Я с технологиями. Это я чисто призракам говорю. Надеюсь, это не... Ну, я думаю, это будет демон. Такой миссии опасный. И это демон. Стоп. Миллион. Ну, уже 70. Ну, я, конечно, не знаю. Просто для такой миссии очень подойдет. Сейчас поглядите к сфоту. Очень подойдет. Ну, демон. Она такая компактная. Правда, тут больше призрак. Поместится. Кстати, вот тут может быть больше всего. Ой, там подвал. Подвал, это я боюсь. Да нет, я не этого, типа, вау, какой жутко подвал. Не, ну просто в нем призраки в каждом. Всегда в каждой нашей миссии. Это именно в подвалах наш кто-то тавокает. Ну, кокает, но тавокает. Так, ну вы поняли, ну это же, типа, и в каждом шкафчике в подвале у нас лежит человек, который мертвый уже. Ну, и у него голова вся в каком-то, ну, туфе или, короче, пленочке. И он ее, и может, короче, и это просто так, миссия опасная.
именно в подвалах, там лежали какие-то такие вот. Чё он хлеб не свой не забрал-то? Я это есть не буду, спасибо, но не буду. О, тут какие-то консервочки. Надо забрать, хотя не, сила совести. Это очень не нужно. Маятник стучит. Да. Идемте. Я думаю, вам это будет достаточно. Когда будет призрак, я сниму один ролик. Всем пока.